Мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан. Ежедневно в полицию Тверской области поступают обращения о взломе личного кабинета на сайте госуслуг. Злоумышленники звонят тверичанам от имени сотрудника портала и просят назвать код из СМС. После этого доступ к личному кабинету оказывается заблокирован. Самое меньшее, что могут сделать злоумышленники, получить конфиденциальную информацию о человеке. В нее входит кредитная история, размер счета в банке, размер долга, а также другая финансовая информация. Могут получить доступ к электронной подписи, тем самым получив возможность выполнить целый ряд действий от лица потерпевшего. Например, осуществить сделки с недвижимостью, зарегистрировать юридическое лицо. Также злоумышленники, получив доступ к личному кабинету госуслуг, получают возможность оформить на ваше имя кредит или микрозайм. Не сообщайте никакие данные по телефону и прекратите разговор.